Всем привет, ребят. Ну что, пока какая-то хрень с плеймаркетом у меня на плеере. Делаю вам обзорчик с планшетка. В общем, что у нас интересного есть? Так, поехали по обновлению. Будем идти по порядку. Изначально от первого пункта. Новая локация. Ну, я думаю, ее уже видели. У меня кинуло на какой-то гостевой аккаунт. Не знаю, что это за аккаунт. Есть у нас уже самики. Вот Tower Defense. Сразу же вот так вот открывается. Как видите, здесь очень много интересного всего. Непонятно, какие награды. Показывается 6. В общем, я вас понял. Надо выбрать героев. Поехали с одним героем. Выставляем его. Непонятно, какие плюхи вообще здесь. О, осколки, вот где новый герой будет. Призрак собираться. Вот здесь, вот в этой локации. Вот так вот призрак собирается. То есть три режима: сложный, легкий и средний. Level 3. Ну, в общем, к этому мы дойдем. Вот так вот она будет обозначаться, эта локация. Определенные параметры, насколько я понял, монстров. И в каждом левеле есть. Блин, ну, не знаю. По сути, героя можно собрать. В этом, скажем так, плюс. Так, отлично. Значит, смотрим на второго героя. Давайте изначально посмотрим уже на героев. Каким образом они собираются. Так, один герой у нас и второй герой. Ну, я вам уже их показывал. Так, если взять Мишаня. Да, по сути, лису, насколько я понял, можно заролить, потому что донатные герои вот так вот позначаются. А вот если взять скитальца и этого, его можно выбить и можно собрать в новой локации. Ну, это интересно. Лиса у нас все-таки, судя по всему, донатная. Вот так вот. То есть лиса донатная, этого героя можно собрать. Как я и говорил, то есть лиса у нас все-таки донат. Хорошо. Поехали дальше. Следующий, что у нас там было? Талант. Интересно посмотреть, что у нас по таланту. Каким образом 50, 60, 255 урона, ребят. Ну, камон. Вы что, прикалываетесь, что ли? Кулдаун 5, работает 2 секунды, насколько я понял. Ну, блин. Это жесть. Это реально жесть. Вы что, издеваетесь? 255 дамага. 3 секунды. Наверное, хилит себя. Кулдаун 5 и хилит себя 2 секунды в течение 5. Кулдаун 5, скорее всего, на 3 секунды увеличивает. Или 2 цели. В общем, непонятно с этим. Но талант, короче, мы потестируем тоже с вами. Так. Хорошо, с этим разобрались. Что у нас еще интересного было? Скины на героев. Интересно посмотреть. Вот так вот выглядит она, и так вот выглядит, ну, такое. Интересно тоже, в принципе. Так, что у нас еще интересного добавили? Давайте пойдем обратно же по списку. Такс, по списку. Новый супер питомец. Блин, ну тут я вам его, наверное, сейчас не покажу, придется все-таки перезайти на мой основной аккаунт. Давайте здесь попробуем паролить. Может, что-то интересное выловим. А вдруг? Ну, рандомчик, давай. Не хочет. Дед Мороз под Новый год. Валька.
и все. И на этом все закончилось. Такс. У нас тут что-то поменялось или нет? Ну, вряд ли на Тайване не меняют. А, вот добавили пак. Вот новые мешки. И здесь тоже, как видите, можно получить нового героя и скин на него. Вот это вот, я насколько понял, это итемы для новой локации, скорее всего. Или жизни, или что. По-другому я не знаю, что это может быть. Но, скорее всего, потому что оно есть и в мешках новой локации. Такс. Что у нас тут интересного? Так, тут у нас вход. Это, блин, это гостевой аккаунт, нам это не интересно. Интересно посмотреть, острова у нас нету, добавят ли в остров что-то. Пока острова нету, есть коллекционер. Ну, коллекционер хороший, конечно, коллекционер, но за слизни ничего нет. Так, что тут у нас? Ничего нету. Хорошо, с этим разобрались. Оптимизация новых локаций. Это будет тоже интересно, кстати. Ну, блин, не знаю. Вот такая темка тоже нормальная. Скин отсюда 10 мешков, правда, дают. В общем, кто выбьет нового героя, пишите, сделаю обзор. Потому что я манал его выбивать здесь. Я знаю эти трешечки, и тем более он бездонатный, а второй донатный его пока получить нельзя. Оу, а что это такое? Вот какие-то у нас здесь изменения. XP и сундук. Три самоцвета. Следующий левел. Какие-то новые награды. Нифига себе. Типа за силу поменяли награды за титул. Насколько я понял. Что, опять можно будет забрать дофига всего? Интересно. Поменялась бонусация, ребят. Вот посмотрите, бонусация. Правда, непонятно, что это означает. 15%. Или это деф, наверное, скорее всего. Нифига себе. Вот это прикол. Атака плюс жизнь плюс. Плюс еще какая-то атака. Непонятно, это к новой локации относится. Или к титулу, это к титулу, скорее всего. Плюс 4000. С чем это связано, не знаю. Это, походу, что-то интересное будет. Интересно. Ладно, давайте перейдем на мою основу, там, думаю, будет повеселей. Сейчас я перейду на второй аккаунт. Ну, что я могу вам сказать? Веселая обнова. С талантом, конечно, это просто жесть. Обновление Play Market, видите, какая-то хрень происходит. Ну ладно, у нас есть запасной, как всегда, обычный вариант. Такс, поехали. Вот мой аккаунт. Такс, хорошо, новый режим, понятно. Три левела, за каждый левел дают определенное количество. С этим мы разобрались. В общем, здесь понятно. Поехали сюда. Мне вот здесь больше интересно. Это ежедневка, насколько я понял. Эти плюхини все-таки. Так, копатели, насколько я понял. Усиление для определенных локаций. Интересно. А вот здесь вот, кстати, оно не открыто у меня. Или мы типа прошли, давайте посмотрим ближе к нашей силе. $800, но видите, у меня все здесь закрыто. Почему замочки стоят, непонятно. А, вот можно за золото открывать, что ли? Да! Вот это прикол, смотрите, типа за золото и за ману вы открываете следующие левела. Интересно. Плюс 2%. Это к атаке фортов, скорее всего. Плюс жизнь какая-то. К чему жизнь, я не знаю. Это, наверное, для новой локации. В общем, каждый этот открывается. Плюс 80 или это точность.
какой-то регион. Относится ли это к новой локации? Ну, посмотрим, как называется. Не, вроде не похоже. Черточка. Странно как-то. Реально странно. Ну, посмотрим. Так, что у нас еще интересного нового было? Новый фон, это я показывал. Изменены награды вот здесь. То есть у нас, по идее, здесь должны просто сыпать сейчас. Плюхи. Проверим это. У меня, правда, сейчас топовый дав стоит. Так, давайте кого-то... Давайте, кстати, давайте просто обновим. Так, это попытки обновить. Давайте, тащите. У меня просто дев стоит. 63 самоцвета сразу же дали. Неплохо. Увеличенное количество ЗП-шек, походу. Шансы, я не знаю, какие здесь на девятую эмблему, но думаю, мы с этим тоже с вами разберемся. Интересно. Опять сами кидали? Да ладно. Вы хотите сказать, что вы теперь будете все время давать самоцветы отсюда? Это же вообще топчик будет. Не знаю, в общем, разберемся с этим. Ну и поменяли у нас уже наконец-то. Я не знаю, запределье у нас сегодня закрыто. Пообещали, поменяли лабиринтик немного. Он тоже здесь, к сожалению, закрыт. Ну, что я могу вам сказать? В общем, вот такие вот дела. Сейчас буду исследовать новую локацию. Разберусь на компе, думаю, и сделаю вам гайд. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Всем удачи. Всем пока.